Всем здорово. Сейчас на улице зима, морозы и счета по газу потребления не радуют. Трогаю дымоход на котел газовый Лимакс. Руку не держит. Мерил там где-то 80 градусов на минималке. А на максимум, если то там еще будет за сотку, будет зашкаливать. И вот мне что-то стало жалко вот эти горячие газы, выкидывать их на улицу. Вот. Я решил на дымоход поставить этот рубашку водяную и к ней подключить батарею. Можно сделать из баллона, отрезать и в него варить какие-нибудь 40-е трубы, много штук, тогда будет теплосъем очень хороший. Но я не хочу слишком сильно остудить дымоход, чтобы не потек конденсат. Я сделал попроще. Это вот сотка труба, а снаружи 150-я труба. Подача, обратка, две резьбы 20-е. Сейчас приварю, обварю и посмотрим, нагреется ли батарея до каких-нибудь температур. Или эта овчинка выделки не стоит. Ну, вот такая простейшая конструкция получилась. Сейчас я это отрежу уже по месту, я не знаю точно размер. Пойду устанавливать. Ну, вот установил я теплообменник. Вот так вот у нас обратка здесь выходит. Там подача. Расширительный бак из бутылки сделал. Испытал, все хорошо. Сейчас померим температуру. 40 градусов на подаче. Но это еще учесть нужно, что на улице не так сильно холодно. И в доме я не живу, я поддерживаю температуру 17 градусов. Когда более интенсивно будет использоваться котел, будет и температура выше. Дымоход не остудился. Вот, конденсата нету. Труба всего лишь метровая. Вот здесь у меня цокольный этаж, он без отопления. Сюда поставил батарею для испытания. 38, 40, 40 градусов. Обратка 30. Стены 14 градусов. Я очень доволен. Раньше это все выкидывалось на улицу, все это тепло. А сейчас батарейка с 40-градусным теплоносителем. Разве плохо? Я думаю, очень даже хорошо. При желании потом можно это, поменять на более современный радиатор. Панельный или бедметаллический какой-нибудь. Вот, это метровая труба, если мне что-то не понравится, две гайки, 3 секунды и дымоход будет на месте. Но я думаю, я ничего не буду переделывать. Ну, тут отражается. Видно, что он все равно не остудился слишком. Короче, я доволен. Всем советую.